Почти 2000 деревьев разных пород высадили в районе имени Казыбек-Би в этом году. Часть из них так и не прижились. Сегодня городские депутаты вместе с чиновниками и подрядчиками обследовали этот район Караганды. Выясняли, как ухаживать за зелеными насаждениями. Ирина Камышова вместе с народными избранниками отправилась в зеленый патруль. Правильно говорит Борисович, нету плановости, они как-то в разброд, там вообще в разброд. Сквер на Каскадной площади, центр города, территория благоустроена. К общему пейзажу в прошлом году добавились зеленые насаждения, березы, елки и сосны. Вот только деревья высадили, как Бог на душу положит. Подтверждение тому их слабая приживаемость, отметили депутаты. Год назад выделенные средства были освоены, было все красиво посажено. Прошел год, ну даже не год, год будет осенью. В данный момент видим, что уже за ними никто не смотрит, за этими насаждениями. Этот сквер в нашем центре города, поэтому необходимо срочно принимать меры. В создании зеленого пояса на новой трассе Юго-Восток-Майкудук принимали участие местные власти. Да и погода затем не баловала, стояли 40-градусные морозы. В том, что деревья приживутся, сомневались многие горожане. Но вопреки всему, хвойные выжили. Району Казыбек-Би в этом году выделено около 27 миллионов тенге. Посажено 1987 деревьев, из них 316 хвойных и около 1700 лиственных. Содержание, также полив, осуществляется в течение всего года. Срок гарантии 2 года. Озеленили и объездную трассу Юго-Восток-Кунгей. Здесь высадили более 1000 тополей. Те, что не прижились, к осени будут убирать и сажать другие деревья. Кстати, ответственность по уходу за многочисленными насаждениями легла на управление парками и скверами Караганды. При малочисленном штате работы у парковиков не в проворот. Здесь уже засыхает, начал засыхать. А мы этот купирование сделаем вот в августе месяце. Такими она снизу пойдет. Нехватка фонарей, зеленая ситуация в сквере по улице Язева народных избранников не порадовала. На фоне не совсем приглядного бюста Василию Язеву виднеются несколько сухостоев, а некоторые сосны высажены хаотично. Словом, подрядчикам для большей эстетики явно не хватало хорошего проекта. Все замечания депутаты рассмотрят уже завтра на итоговом заседании постоянных комиссий. Хочется отметить следующее, что в принципе большинство деревьев приживается. Все деревья, которые насаждения не прижились, администраторы программ обещают устранить в августе, в сентябре и рекультивировать. Но огромная проблема состоит в том, что нет программы содержания этих зеленых насаждений. И мы будем поднимать этот вопрос на совместном заседании уже завтра. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Асхат Айбидулов, Первый Карагандинский.